Спонсор программы – торговая марка «Хортица». «Хортица» – абсолютное качество. Здравствуйте, уважаемые зрители! Совсем недавно в Киеве на Краснозвездном проспекте открылась кулинарная студия «Калейдоскоп». Шеф-повар Василий Карпук сегодня представляет программу «Блюда от шефа». Здравствуйте! Сейчас мы начнем приготовление блюда, но сначала я хочу выразить благодарность нашему генеральному спонсору торговой марки «Хортица». «Хортица» – абсолютное качество. Итак, Василий, что мы будем готовить? Мы будем готовить сегодня говяжью печень с ананасом на заварном тесте. Я хочу обратить внимание наших зрителей на то, что мы находимся в студии. Точнее, вот это все называется шоу-кухня. А сама идея кулинарной студии «Калейдоскоп» в том и заключается, что здесь не только готовят, но и показывают процесс всем желающим. Сегодня это зрители программы «Блюда от шефа». Так, Василий, что нужно иметь для приготовления печени с ананасом? Нужно иметь саму печень говяжью. Она как-то выбирается по-особенному или какие-то пожелания есть при покупке? Пожелание, чтобы она была свежая. Свежая и качественная. Растительное масло, соус клюквенный, сахар, вино белое сухое, соль, перец, соус табаско и соус соевый. И все. Ананас. Ананас. Ананас свежий, не консервированный. С печенью и ананасами вроде бы все понятно. А что нужно для теста? А для теста нужна мука, вода, масло сливочное, яйца, соль, перец. Давайте приготовим заварное тесто. Это вообще-то несложно. Нужно взять воду, сливочное масло, соль, все это залить в сотейник и довести до кипения. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители. Вот это все кулинарная студия, шоу-кухня точнее, которая находится в кулинарной студии «Калейдоскоп». Обращаю ваше внимание, что «Калейдоскоп» – это не ресторан. Здесь даже обижаются, если его назвать рестораном. А в закипевшую воду высыпается мука. Василий, тут есть какой-то секрет? Секрет в том, чтобы не было комочков, чтобы мука просто-напросто растворилась с водой и маслом. Я вижу, что вы сотейник не убираете с огня, да? Так должно быть. Так должно быть. Почему? Потому что тесто должно быть заваренное хорошо. Так, что мы делаем дальше? Затем мы берем тесто и охлаждаем его до температуры 60 градусов. Просто-напросто выкладывая тесто на дощечку. Через 5-10 минут тесто остынет, но будет немного теплым. Так-так-так, а теперь вот этот тепленький и жирненький кусочек теста отправляется в чашу миксера. Да, отправляется в чашу миксера и постепенно начинаем взбивать, добавляя яйца. У Василия промышленный миксер, и то нужно взбивать где-то минут 10. А если домашний и меньшей мощности, то и минут 15, да, Василий? Так, от 15 до 25 минут. Как понять, что тесто вот готово, дальше взбивать не надо? Тесто должно быть без комочков и консистенция жидкой сметаны. Скажу нашим зрителям по секрету, что Василий, пока никто не видел, добавил в тесто еще одно яйцо. Но это не секрет, если тугое тесто, можно добавить еще одно или два яйца, чтобы тесто действительно приобрело консистенцию жидкой сметаны. Кашу маслом не испортишь, а тесто яйцами. Так, а теперь берется кондитерский мешок, да, и туда выкладывается тесто. Да, ну, это специальный такой, да? Специальный кондитерский мешок, но
Если у кого-то нет кондитерского мешка, можно воспользоваться пергаментной бумагой, скрутив из него кулечек. Мы выдавливаем это на раскаленную плиту. Если у зрителей газовая плита, лучше воспользоваться тефлоновой сковородкой. Знаете ли, Василий, я бы сказала, что это художество. Или полотно, или картина, или что это, или это какая-то формула. В общем, объясняйте, как долго это тесто лежит на раскаленной плите и что с этим делать? На раскаленном плите тесто лежит примерно минуту 2-3, чтобы оно поджарилось. Превратилось в сухую сетку. 100%. Итак, уважаемые зрители, полпередачи мы готовили украшения. К блюду мы еще не приступали. Ну так мы и находимся же не в ресторане, а в кулинарной студии. Калейдоскоп. Что делаем дальше? Мы берем печь, маринуем ее на несколько секунд солью, перцем, соевым соусом и соусом табаско. А сахар? А сахар? Боже, я совсем забыл. Это тоже маринад? Туда же, в печень. Что теперь делаем с замаринованной печенью? Мы ее обжариваем на растительном масле. При какой температуре? Сколько минут? Где-то примерно 150 градусов, 3-4 минуты. Как только она побелеет до половины, ее можно переворачивать на вторую сторону. Хочу я посмотреть, как она белеет до половины. Можно крупно? Покажите, пожалуйста. Как только ее перевернули на вторую сторону, мы поливаем ее соусом клюквенным. Это замечательно. А клюквенный соус, что-то он на варенье похож, или на кисель, или как он сделан? Клюквенный соус сделан из свежих ягод, взбитых с сахаром в обычном блендере. Давайте сориентируем все-таки зрителей. Сколько секунд? Как долго вот этот вот кисельный клюквенный соус должен лежать сверху? Печень имеет коричневый цвет. Если она начинает белеть с обеих сторон, то печень готова. Вот этот поясок виден. Теперь мы поливаем вином, чтобы придать аромат вина печени. Пахнет, как всегда, уксусом, потому что выпариваются винные пары. Дальше я все запомнила. Ананас нужно запанировать в сахаре с двух сторон и обжарить на раскаленной поверхности или просто на сухой тефлоновой сковородке тоже с двух сторон. Ананас жарится недолго, буквально до момента расплавления сахара, да? И уже все блюдо выкладывается на тарелку постепенно. Сначала наша сеточка, затем мы берем, выкладываем нашу печень. Пока Василий декорирует блюдо, я хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители, на то, что кулинарная студия «Калейдоскоп» каждый месяц предлагает кулинарные путешествия под названием «Все краски мира». Так вот, в апреле месяце путешествовать мы будем во Францию. Мы и все, кто придет в это заведение, в кулинарную студию «Калейдоскоп» на Краснозвездный проспект 51. Здесь будет работать французский повар, показывать секреты приготовления изысканных французских блюд, а в конце апреля все это завершится фэшн-пати, кулинарной фэшн-пати. А с 1 мая всех гостей кулинарной студии «Калейдоскоп» ожидает Италия. Студии «Калейдоскоп» – поесть с интересом или интересно поесть. В принципе, каждый выбирает сам, хотя и то, и другое очень даже забавно. Сначала наблюдать за приготовлением блюда, выяснить все его тонкости, нюансы, а потом с интересом поесть. За это вам большое спасибо, Василий, и подарок от нашего спонсора торговой марки «Хортица». «Хортица» – абсолютное качество. Ну а для иногородних шеф-поваров я сообщаю, что благодаря нашему спонсору торговой марки «Хортица» программа «Блюда от шефа» может приехать в любой ресторан нашей страны.
Пишите, звоните, рассказывайте о ваших кулинарных достижениях, и, возможно, именно в вашем городе, в вашем ресторане будет снята следующая программа «Блюдо от шефа». Это было «Блюдо от шефа». Сегодня его представлял Василий Карпук, шеф-повар кулинарной студии «Калейдоскоп». Приятного аппетита! Спонсор программы – торговая марка «Хортица». «Хортица» – абсолютное качество.